Таблетки водорослей. Ой! Ёб твою мать. Колёс прямо на нас выпал. Ладно, на нас не упал, блин. В Москве у нас в гостях ребята-актеры «Без границ», Мария Шалаева и Роман Маякин. Кроме вас, там еще огромное количество, конечно, актеров снималось. Мне интересно, удалось ли вам пересечься на площадке, сыграть в кадре с нашими мэтрами? Нет, Инна Чурикова и Олег Басилашвили. Нет. Не пустили. Какой грустный вопрос. Удалось? Ну, самое для меня обидное, что все-таки по всей Москве висит постер и... Лёша заплатил. Какой это? Тот самый, который работал-то с нами. Нифига. Что, тормозишь? Да. Заебись. Нихуя, погоди. Сейчас я остановлюсь. Подожди, остановлюсь, у меня все заснято. Тормози.